Коалицию партии регионов покинули еще два народных депутата. Об этом во время заседания Верховной Рады объявил вице-спикер парламента Руслан Кашулынский. Он зачитал заявление о выходе из фракции народных депутатов Олега Параскева и Сергея Брайко. Как известно, 3 июня фракцию партии регионов покинули 20 депутатов. Большинство депутатов, которые во вторник вышли из фракции, вошли в новую группу под руководством Виталия Грушевского. Больше об этих процессах читайте на главкоме.